Неформальный семинар о применении современных технологий в учебном процессе прошел в Южно-Сахалинске. Мероприятие подготовили специалисты детского технопарка «Кванториум» при гимназии номер 3. К участию пригласили школьных преподавателей, педагогов дополнительного образования и воспитателей со всей области. Всего заявилось чуть больше 40 человек из островной столицы Долинска и Взморья. Небольшими группами преподаватели посещают разные аудитории, чтобы познакомиться с направлениями работы «Кванториума». Здесь есть VR и IT направления, промышленная робототехника, хай-тек, биоквантум и промдизайн. Цель – объединить педагогов, обменяться опытом, обменяться идеями и создать некое сообщество, педагогическое сообщество, которое будет друг друга вдохновлять, взаимодействовать, сотрудничать. И мы бы хотели познакомить образовательные учреждения с возможностями нашего центра и как можно наш образовательный процесс интегрировать в их. После экскурсии участники могут выбрать два направления и посетить мастер-классы. Роман Гераськин, как учитель информатики, решил ознакомиться с темами, близкими к его профилю – 3D-моделированием и виртуальной реальностью. Так как у нас информационные технологии сильно сейчас, как говорится, идут в рост, вот, то все предметы должны, как говорится, принимать эти инновации. Вот. А «Кванториум» нас как раз вводит в курс. Узнал вот про виртуальную реальность, что немало проектов уже есть в свободном доступе, вот, на сайте «Кванториума» даже. На мастер-классах преподавателям рассказали, как с помощью современных инструментов сделать уроки интереснее. Например, внедрять игровые практики или использовать анимацию. Однако технологии могут не только помочь в создании урока, но и упростить жизнь учителя. Сегодня расскажу про нейронные сети, про языковые модели, про то, как они облегчают жизнь мне и, соответственно, как они могут облегчить жизнь другим педагогам, как они будут их использовать, например, там, при создании методических материалов, при создании заданий для детей, при написании каких-то документов, программ и так далее. То есть полностью текстовая информация вся. Такой формат «педагог педагогу» в «Кванториуме» опробовали впервые. В будущем неформальный семинар хотят сделать ежегодным. Аделина Леонова, Алексей Нестеров, Илья Назаров. Солнце ТВ.